сегодня объявили итоги Всечувашского кинофестиваля «Азам». В этом году в конкурсной программе участвовали 33 фильма. Среди участников фестиваля «Азам» кинорежиссеры из разных регионов России, но все ленты тематически связаны с Чувашией. Большинство их посвящено важным событиям в истории республики и ее действующим лицам. Причем известные люди нередко предстают в непривычных образах, и в этом огромная заслуга создателей фильмов. Гран-при присудили документальному фильму «В Красном море». Он рассказывает о том, что происходило на территории Чувашии в первые годы советской власти и гражданской войны. Само название – строчка из стихотворения Михаила Сеспеля о строительстве светлого будущего, которое ассоциировалось у него с коммунной. Кстати, один из конкурсных фильмов был посвящен самому Сеспелю и заслужил приз за лучшую операторскую работу. По итогам питчинга идей был отмечен сценарий «Волки замерзшей булы» Александра Никифорова. Грант на создание фильма по мотивам произведения Михаила Юхмы получит режиссер Марат Никитин.